Лунай, киси, миси, горка-пожиратель, напали на нас! Ай, сынуля, давай, прячемся под домом! Быстрее! Привет, я автобус-пожиратель. Если ты не хочешь, чтобы я съел тебя, поставь лайк и подпишись на канал за 3 секунды. 1, 2, 3. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Зомбак, и мой сын, Нулечка Енотик. Всем приветики. На нас напали огромная киси, горка-пожиратель. Ой, она, смотри, знаешь, какая большущая. Она, у нее изо рта, знаешь, чем воняет, крысами какими-то. Крысами пахнет, да. О, и гигантская луна. Ну, кстати, луна поменьше, чем киси-горка. Ты просто посмотри, какая большущая. Ой, да. А может, они не будут со мной драться? Может, они просто статуи стоят? Эй, Луна, ты будешь со мной? А, он злится! Ребята, у меня, короче, джетпак есть, я могу летать, смотрите. Папа, лучше тебе бежать, нафиг. Да, Луна на меня увидела и за мной следит, так же, как и киси-горка. Интересно, она меня будет трогать? Может, она меня любит? Я сейчас на киси-горке прокачусь. А, она меня пнула! Луна, привет! А, да, конечно, она тебе сейчас напинает, сына! Поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся быстрее! Давай, сынуля! А что? Ты плохого сделал? Сына, ты аккуратней, там она тебя съест! Они что-то разозлились и... Смотри! Что-то танцует, походу. Не танцует, они ищут нас. Сына, давай-ка спрячемся под домом. Смотри, они танец блатный делают. Да, наверное. А может быть, демонов вызывает, чтобы нас скушать. Сына, я предлагаю, короче, спрятаться под домом. Я хочу спрятаться, не хочу демонов. Давай, да, у нас есть целый сундук, набитый оружием. Арсенал целый, смотри, какое слово вылетел. Арсенал. Арсенал, ничего себе ты крутой. Так, это что за блоки секретные? Это мы используем. Какая-то кирка позвонная, что она такая мощная? Слабая, а, мощная? Да. Ну-ка, дай-ка я спущусь. Чисто мощная. Ну, у меня она какая-то не сильно мощная, но пойдет. Сильнее, ладно, алмазный, пойдет, конечно. Так, здесь у нас. Ой, здесь у нас уже выход на улицу, да? Да, так что нужно поаккуратнее по домам прятаться. Так, давай. А то мы сейчас спалимся, и все, и капец. Надо, ребят, раскопать здесь территорию, сделать супер базу по дому. Слушай, давай два этажа сделаем. А ты по дому хоть раз спрятался? Да, я помню, мы прятались под домом, ребята, недавно. Два этажа? Что? Два этажа прокопаем, один этаж будет твой, один мой. Ну мы уже один этаж готовый, давай, копай себе нижний этаж тогда. Мой самый верхний. Хорошо, так, я тогда... А, давай еще пониже прокопаем, я вот здесь хочу потолок поменять. Так, ладно, хорошо. Отлично, ребят, сейчас мы сделаем супер крутую базу. У меня есть, кстати, вот такие блоки, которые мы можем использовать как свет. То есть вот сюда поставить, и они будут нам освещением внутри. Мне, честно говоря, я страшно, честно, я вот это боюсь. Я, наверное, займусь пока что панорамным окном, смотри. То я есть, хочу... папа, тебе вообще пофигу, что я сейчас сказал. Так, давай, копаем, сынуля. У тебя получается? Я копаю, да, вот, все получается. Ой, ты там какую же яму разрыл. Я тут пока что блоки разрываем. Вот, пониже. Стой, ты сейчас пол будешь делать, правильно? Пол, да, но мне... Я еще вот хотел сделать панорамное окно, а? Вот эти блоки тебе не нужны. Ой, подожди. Стой, оставь пока эти блоки, сынули. Я пока что хочу здесь сделать окошко. Короче, у меня есть, ребят, суперсекретные блоки, которые нам могут сделать окно. Смотрите, вот такие вот... Ой. А, куда-то они смотрят, там кто-то еще, что ли? Ну-ка, эй, Луна! Луна, ты... Луна меня спалила! Это киси-горка, все. Так, главное, базу не спалить. Секретные блоки, ребят, ставим. Ой, не в ту сторону поставил. А как мне забраться наверх? Нет, это... тут пока нету. Не знаю, ну, там лестница же есть у нас. Так, в смысле? Я не могу забраться. Что-то у меня не получается здесь сделать... Так, а как мне туда сделать такой блок? Сынуля, научи меня, как это делать? Он у меня только в эту сторону ставит. Это тебе нужно с другой стороны ставить. Ты чё, давай стой. Вот так, что ли? Вот сюда появилось, а здесь нет. Ой, стой, я застрял. Всему учить. Ё-моё, я не могу здесь пойти. Так, я тоже там застрял немножечко, сейчас я залез. Короче, смотри, фокусы показываю. Опа. Суперсекретная база под землей. Ага. Ё-моё, не могу сюда попасть. Да, у меня тоже что-то там мешается. Давай мы поломаем.
Так, сейчас я вот здесь тоже поломаю. Так. Говорилось, позорная кирка, не надо такие кирки забывать. Да я не умею нормально строить. Так, короче, я буду пока что обустраивать наш дом. Так, ой, пол не туда поставил. На, у нас, ребят, супер секретная будет база прямо под нашей не под кроватью, а под домом, да? И мы здесь постараемся спрятаться. Но в конце видоса, друзья, мы постараемся уничтожить этих монстров. Вот эту луну гигантскую и Кисси Мисси Пожирателя. Посмотри с другой стороны, как выглядит. Вот, смотрите, у нас здесь обычное стекло, но с этой стороны, сейчас я выйду, здесь как будто обычный булыжник. Но внутри супер стекло, это секретное, ребят, мы у агентов-то не взяли. Секретная разработка ультра-мега-дупер-агента 007. Да, а чё у меня кирка такая слабенькая, а у тебя супер крутая? Чё кирка? Кирка супер крутая, у меня слабенькая. У тебя такая же, ты чё? Ну, она у меня слабенькая, долго копает. Не, так, она очень быстро и за неё этот лагает немножко. Ага, понятно. Спасибо большое, что спуск мой закрыл. Спасибо. Так, я тут немножечко. А, ты тут спуск хочешь сделать? Так я еще до сих пор раскопать хотел. Ну как бы я тут выходить собираюсь к тебе на второй этаж. Ну ладно, во, смотрите, какой крутой этаж. Здесь тоже надо поставить такие блоки беленькие. Так, сюда и вот сюда, точнее. Так, сейчас мы сделаем, ребят, супер крутую. А мне дайте блоки, пожалуйста. Беленькие? Ой, да. На, вот, держи. А я пока что тут попытаюсь нам стекло большущее сделать, чтобы мы могли смотреть вот за этими монстрами. Так, как ты тут сделал-то, интересно? Так, мне бы тоже надо научиться. Во, получается, ты получается, понял, да. Как делать? Да. Сейчас я залечу домой. Так. А то если не получается, то и тогда тебе нужно строителей. Да, вот, смотрите, ребята, я вижу, я, наверное, вот эти верхние тоже поменяю. Ребята, поставьте лайки, подпишитесь на канал, чтобы мы тут спрятались от них и нас не нашли. Потому что луна пока что смотрит прямо на меня, и мне кажется, она видит, что мы тут секретную базу строим. Надеюсь, она сюда не придет. Ой. А как здесь поставить? У меня не получается вот здесь блок поставить. А, я не знаю, как. Так, сюда. Сейчас, я справлюсь. Так, ставим секретные блоки. Получается? А, вот здесь не так ставится. Получается? Нет. Чё, в смысле? Не хочется вот здесь ставиться. Вот же, ставится. Так, вот сюда поставь посередине, видишь? О, молодец! Так, может там блоки поубирать? Сейчас посмотрим. Видели, да? Ой, ё-моё, это вообще сложно. Видите, со стороны у нас все булыжник, но если мы зайдем внутрь... Мы тебе можем следить за этими монстриками. Да, зайдя внутрь, у нас теперь гигантское панорамное стекло, и мы можем прямо изнутри дома наблюдать. Смотрите, вон она, Кисси, горка и луна. А я тут лестницу сделал, чтобы подниматься наверх. Да, я вижу, это прикольно. Слушай, ты молодец, Ноля. А ну-ка я к тебе вниз спущусь. О, ты тут тоже уже обустраиваешься. Да. У нас, кстати, есть вот такие какие-то темные доски. А, они не переделываются в бревна, у нас только доски. Че? Не переделывать, это специально. Темные бревна какие-то. Давай мы тебе ими пол сделаем. Так, зачем? Вот сюда, вот такой. Нет! Ты посмотри, как красиво выглядит. О. Так, вон, смотри, какой пол. Ну ладно, хорошо. Давай вот здесь вот такой пол сделаем. Ребят, я думаю, что получится прикольно, но нам надо будет еще с ними сразиться. Я думаю, что мы можем посмотреть, если в деревне жители, если они есть, то, наверное, их лучше позвать жить к нам, потому что иначе эти монстры их скушают. Отлично, просто супер. Ой, я не такой блок поставил. Так, во, смотри, какой пол, красота! Вот ты прямо дизайнер, сынуля, ты реально классный дизайнер. Так, заходим сюда, здесь у меня еще лестница, смотри, какая, как хай-тек. Ну да, у тебя современная, у меня какая-то железная корявая, ржавая лестница. У тебя чистая лестница для канализации. А что за глаза у нас есть? Мы можем глаза расставить и наблюдать за этими монстрами? Глаза это от сглаза, чтобы не сглазить. А, давай, короче, я потолок защищу от сглаза. Короче, чтобы ведьмы всякие, вот эти монстры нас не сглазили, ребят, надо потолок защитить. Так, сейчас мы сверху все с глазами установим. Все, во, глазики. Теперь мы как иллюминаты наблюдаем во все стороны. Так, отлично. Ой, смотрите, вам со стороны, ребят, покажу наш дом. У тебя точно с глаза не будет, папа. Идем сюда. Так, я сейчас прилечу домой. Так.
У тебя джетпак не заканчивается там? Джетпак у меня, не знаю, джетпак еще... А ты? Нет, еще теперь есть. Теперь у тебя точно сглаза никакого не будет. Ты решил весь дом мне этими сглазами установить? Ну, некрасиво. Ну, ладно. Зато... Зато ведьма не сглазит. Да. Слушай, я предлагаю, короче, этого, напасть на одного из монстров. Ой, может быть, мы уже справимся? Да. Я боюсь. Да мы справимся, сына. Но это если не справимся, мы вернемся сюда. Я предлагаю, короче, на кого-нибудь напасть. Хотя бы луну выманим. Давай попробуем. Я возьму немножечко оружек. Так, мне страшно, пап, я боюсь. Сынуля, не бойся. Ребят, поставьте лайк и подпишитесь, чтобы сына не боялся, и мы пошли мутузить этих монстров. Честно, знаешь, вот это твое «не бойся» меня... Не успокаивает вообще? Да, вообще не успокаивает. Я думал, ты этот... не забояся, не забояся. Давай, я еще какое секуска. Так, я один тогда попробую напасть на луну. Я тебя одного не отпущу, папа. Не отпустишь? Пойдем со мной. Смотри. Так, я сейчас пойду и... Ай, больно. Всё. Я... Так, если, на тебе луна! Если мой папа, я тебя люблю, я тебя одного не отпущу. А, ладно, давай. Я, короче, предлагаю нападать. Ой, чё? Ладно. Плохая идея была на него нападать, он меня за пару секунд замутузил. Реально? Да! Чего? Я тут на базе зареспавнился. Честно, это капец. Так, Угорит, смотри, луна. Он потому что он не солнце. Если бы он был солнцем, да, он бы не горел. Ну слушай, у нас еще осталось очень много блоков. Я бы, конечно, обустроил. Ух ты, какие у нас какие красивые. Я сглазов сделал вверху дома. Вверху, да, я верхушку перестроил. У нас есть вот такие красивые кирпичи. Я хочу этот, знаешь, что сделать? Да. Вот эти вот сглазы у себя убрать и. То есть я один должен сглазаться с персонажем. А, ты там сражаешься, что ли? Да. А я за этого домой вернулся. Я забоялся. Давай. Да, я сейчас здесь одну стенку себе поменяю на кирпичи, я посмотрю, как она выглядит. Так мы спалимся так, что тут что-то есть, не знаю. Ну блин, так красиво будет. Нет, ладно, давай ты там сделай кирпичи, а внутри я белыми сделаю. Так, вот здесь слой белый. Там места, правда, мало будет. Ну ладно, зато красиво, смотри, я здесь картину повешу. Во, смотри, какая белая кирпичная. Ну, вешай картину, давай. Ну, картину скрафтить надо, у меня картины с собой нету. Если у тебя есть картину, можешь повесить, там нарисуем, короче. У меня есть предложение, от которого отказаться, невозможно. Давай, какое? Возьми кисточку. Нарисовать что-то самим, давай. Так, давай. Мы, ребят, сейчас что-то... Рисовальный батл, давай, сынуля, что нарисуем? Что рисовать будем? Не знаю, я предлагаю нарисовать... Хаги-ваги, давай хаги-ваги, кто лучше нарисует. Его хотя бы на память можно запомнить. Да, я, ребята, рисуем хаги-ваги, кто лучше нарисует, тому в комментариях поставим лайк. Так, я в принципе не особо помню, как рисовать хаги-ваги, но... Я тоже, честно говоря, не особо помню. Что-то похожее на хаги-ваги. Так, все, Гаис. Надеюсь, что-то похожее на хаги-ваги будет. Так, сюда. Да, конечно, у меня какая-то каракатица. Ребята, как вы думаете, похоже это на хаги-ваги? У меня пока какой-то гуманоид инопланетянин. Очень сложно рисовать по памяти. Да, я ему еще немножечко странные глаза сделаю. Так, главное ему сделать этого. Зубы, большие зубы. Так, кстати. Так, вот так вот сделаем. И зубки, вот так вот. Блин, сложно. Слушай, это... Слушай, я вот почти нарисовал уже. А я еще этого ротик ему рисую. Так, я ему тоже рот рисую. Ребят, хаги-ваги вообще сложно. Нет, сломал? Я сломал блок с ним. Ну блин, ну ты, конечно, повезло тебе. Ой, заново рисовать, ё-моё. Так, ты пока рисуй, а я вот, можешь моё посмотреть. Я уже вижу часть твоего хаги-ваги. Ребят, напишите в комментариях, красивый или нет. Ты пока рисуй своё, а я пойду посмотрю, как у нас там монстры позывают. Я попытаюсь с ними, может, чуть-чуть подраться. Договорите. Так.
А, договориться, конечно, думаешь, они со мной договорятся, скорее всего, съедят меня. А вдруг они скажут, так, ты ютубе популярный, у тебя лайков много, ой, ну давай все, Сунули, я попробую это сделать. Так, ну, да, Луна, давай с тобой договоримся. Конечно, я тебя съем. Ах ты, Луна, ты обойдешься, на тебе ба-ба-ба-бал-бал. На, получай! Я его поджег! Нет! Ой, какой он сильный! Блин, ребята, нет, взлетаем! Ох, ребята, меня опять замутузила Луна! Все реально такая сильная? Так они супер-супер сильные! Ё-моё! Я с ними не справляюсь, это вообще невозможно! Так, у тебя как, рисунок получается? Ну вот, заново рисую, почти получилось. Хорошо, и у меня вот такой вот рисуночек, ребята, получился. Хаги-ваги, как вы думаете, красиво или нет, похоже или нет, пишите в комментариях. И я думаю, что не особо похоже. Так, нам нужно что-то этого... Все, я нарисовал. Нагрудник у нас я есть, супер крутой нагрудник. А, да. Я нарисовал. Ой, слушай, прикольно. У тебя тоже прикольный. Ты прям глазки мы такие сделал. Ребят, пишите в комментариях. А о, вот. Ты ручки добавил. Чей Хаги-Ваги прикольный? Вот мой такой вот пузатый в разные стороны смотрит. И такой вот у моего сына енотика. Слушай, сына, я знаю, что нашел в сундуке. Супер нагрудник. С ним-то меня точно не победят! И мы сможем сразиться! Я совсем забыл, что мы покупали нагрудник у жителей! Да, так, я помню, это было очень долго. Возьми второй нагрудник, тут есть тоже, и мы можем пойти и уничтожить наконец-то раз и навсегда этих монстров тут, в сундучке. Так, все, ребята, этот нагрудник не наносит мне урон. Вот, давай попробуй меня... Вот, видите? Сейчас, подожди, давай спустимся сюда и покажем. Так, смотрите, давай. Ребята, этот нагрудник поглощает весь урон. Стреляй мне какими-нибудь пистолетами. А-а-а, да не суперзарядом! Я понимаю, конечно, но постреляй меня с пулемета какого-нибудь, давай. Ладно, хорошо. Давай, идем сюда. Вот, с пулемета! Так это бластер, ты нам сейчас все сломаешь. Оно не ломает, не плавно. Ну видите, я даже с бластера не получаю урон. Ребят, но так что. Вот так. Не надо! Все. Я передумал. Сынуля, пойдем сражаться с этими монстриками. Давай, бери пулемет в руки или каким-нибудь. О, ты прям супер бластер. Давай лучше огнеметик. О, ты уже уничтожил Луну. Аккуратно. Что-то ты с ней долго так справиться не мог, а я уже справился. Да, мне кажется, Кисигорка-пожиратель очень-очень злится на нас и хочет нас скусать. Так. Да, мы ее друга уничтожили. Я вас съем и сломаю ваш дом. Супер-мега-заяд, очень много лайков. У нас тут палевно наш дом, вот это надо убрать. Так, все, чуть-чуть не спалили. Там сзади еще палевно, посмотри, как ты поставил свет. Ай, да ладно, это не видно. Главное, чтобы с этой стороны не видели. Сзади посмотри, в смысле не видно. Где сзади? А, да ладно, и спереди тоже так. Это просто блоки. Все, давай. О, я победил ее, все, мы молодцы. Это я победил. Или я? Я победил. Нет, я победил. Я победил. Нет, я победил. Я победил. Нет, это я победил. А может, я победил? Давай, кто победит? Кто ты победил? Ага, нет, всё, отстань со своими бластерами. Я победил. Правда. Меня сына ходит бластерами побирать. Я победил, я его взял отстрелил. Ай-яй-яй, все, ладно. Все, я соглашусь, сынуля победил. Ула. Да. Я победил. Короче, я ребята. Победил. Ставьте лайки, если вам понравилось данное видео, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ладно, поздравляю, сынуля. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите другие наши ролики, а мы с вами прощаемся, с вами был Зомбак и мой сынуля Енотик, всем пока-пока! Пока-пока! Советую тебе посмотреть и другие мои видео, для этого нажимай вот сюда. Не забудь подписаться, вот кругляшочек, всего тебе наилучшего, пока-пока!